Уважаемые коллеги, как я уже сказала, как сказала Алла Алексеевна, на сегодняшний день я являюсь главным внештатным специалистом по развитию сельского здравоохранения в Новгородской области. Естественно, вопросы развития паллиативной помощи в масштабе области, в масштабе сельского именно населения мне наиболее близки и, естественно, некоторые болевые точки мне хотелось бы сегодня озвучить. Спасибо большое Эдуарду Валерьевичу за очень интересный рассказ об организации паллиативной помощи в Санкт-Петербурге. Но, как вы понимаете, Санкт-Петербург и сельские районы, наверное, это немножко разные структуры, поэтому и проблемы у нас будут касаться немного других моментов. Говорить, что такое паллиативная помощь, естественно, я не буду, но это как стандартный слайд. Единственное, что я хотела бы напомнить о том, что когда мы рассматриваем паллиативную помощь, то мы понимаем, что она есть первичная и есть специализированная. И то, что мы сейчас в основном услышали по организации помощи по Санкт-Петербургу, в основном казалось специализированной медицинской помощи. Первичная паллиативная помощь у нас делится на доврачебную и врачебную. И на сегодняшний день паллиативная помощь доврачебная возлагается на фельдшеров, на которых возложены обязанности лечащих врачей на участке. Первичная врачебная – это обязанность участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров, врачей общей практики. Но про специализированную помощь мы уже прекрасно все услышали. Да, в масштабе Новгородской области также есть определенная структура, где работают специалисты паллиативной помощи. Я немножко коснусь этого, но на примере Новгородской области как раз хочу показать, как это работает по первичке. Новгородская область на северо-западе, наверное, является не самой большой и не самой маленькой. Численность населения 586 129. Из них половина населения практически проживает в городе Великий Новгород. Остальное население – это сельское население. То есть мы имеем больше 300 тысяч сельского населения. Из крупных городов это два города с численностью Старая Русса 20 тысяч и город Боровичи, порядка 40 тысяч населения. Это тоже не очень много по численности. И тоже можем сказать, что эти два города, наверное, можно отнести тоже почти к сельской местности. Ну, законодательство, регулирующее оказание паллиативной помощи в Новгородской области, так же, как и у всех, в принципе, утверждена региональная программа развития и существует приказ Министерства здравоохранения Новгородской области об организации оказания паллиативной помощи. А вот сейчас немножко, буквально чуть-чуть про структуру паллиативной помощи в Новгородской области. У нас на карте звездочками отмечены те организации, где имеются те или иные структурные подразделения паллиативной помощи. Мы имеем 4 кабинета паллиативной помощи, мы имеем 68 коек паллиативных, мы имеем 7 коек для детских, для деток, 50 коек сестринского ухода и 6 выездных бригад, 4 взрослых и 2 детских. Вот так располагается территориально зоны охвата паллиативной помощью. Мы видим, что они на территории области у нас располагаются не совсем равномерно. И если мы рассматриваем город Великий Новгород, где располагаются взрослые паллиативные бригады, где располагаются детские паллиативные бригады, то детских паллиативных бригад на территории всей области, кроме Великого Новгорода, нет. Если мы рассматриваем стационарные койки, то мы видим, что они расположены в Великий Новгород и район рядом с Новгородский, который находится рядом с Великим Новгородом, плюс Холмский, Подорский
и практически все. То есть половина области у нас остается неприкрытая по стационарным койкам. То есть в случае необходимости оказания стационарной помощи жителям удаленных районов, если мы рассматриваем Любытино, Мощенское, Пестово, то плечо госпитализации в паллиативное отделение достаточно большое. Вот общая структура паллиативной помощи по Новгородской области, то, о чем я рассказала. А вот сейчас, еще раз вернувшись к картинке Новгородской области, я хочу сказать, что кроме здесь указана паллиативная помощь, но первичная медико-санитарная помощь на территории области представлена, естественно, во всех районах. И когда мы говорим про первичную медико-санитарную помощь, как мы уже сказали, что первичная помощь ложится на плечи участковой службы, то она представлена 268 фельдшерско-акушерских пунктов и 37 врачебных амбулаторий. И это как раз основные те подразделения, которые оказывают первичную паллиативную помощь. Я специально на двух слайдах прописала весь функционал врача участкового, не только терапевта, но это фельдшер, который выполняет все обязанности участкового врача. И несмотря на то, что слайд получился достаточно перегруженный, я хочу обратить внимание на то, что мы сейчас хотим от врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь. То есть на одного человека, который находится на территории, на участке, численность участка для фельдшера может колебаться от 400 человек до 3000 населения. Стандартный участок терапевтический 1700, но учитывая определенный дефицит кадровый, мы прекрасно знаем, что у нас территориально на участкового врача численность населения может доходить на одного врача до 3-4 тысяч. И расположены они не в одном месте, они располагаются в радиусе 20-30 километров. И вот этот весь функционал должен выполнять один доктор, который или фельдшер, который находится на этом участке. Если у врача-терапевта участкового, по крайней мере, есть в помощи еще участковая медсестра, тогда в то время как фельдшерско-акушерские пункты работает один фельдшер на всю территорию. Радиус хорошо, если участковая служба имеет свою машину. Но зная сейчас обеспеченность участковой службы, это тоже далеко не всегда. Функциональные обязанности врача участкового входят в первую очередь, конечно же, все профилактические мероприятия. На сегодняшний день достаточно актуальные вопросы проведения диспансеризации. Это актуальные вопросы проведения вакцинации. Это диагностика и лечение. Это неотложные все мероприятия, которые необходимо выполнять на участке, касающиеся здоровья, вызова экстренной помощи. На участковую службу, естественно, падает ответственность по оформлению всей документации, больничных листов, МСЭКов, работа в единой информационной системе. И в то же время, сегодня, говоря про паллиативную службу, мы говорим о том, что врач участковый, фельдшер на фельдшерско-акушерском пункте должен оказывать первичную паллиативную помощь. А вот теперь давайте посмотрим, что же входит у нас в понятие первичной, доврачебной, врачебной медицинской помощи, которую должен оказывать наш участковый врач или фельдшер. Мы прослушали, как прекрасно у нас стоят вопросы обезболивания по Санкт-Петербургу, но я бы не сказала с таким же оптимизмом, что именно так обстоят дела на участках. Как я уже сказала, участковый, он находится один на один. Радиус обслуживания достаточно большой.
и говорит, что наш участковый врач в состоянии уделить все необходимые, уделить необходимое количество внимания нашему паллиативному больному, когда у него в день порядка 5-6 вызовов пациентов, когда он должен эти 5-6 вызовов обслужить ни в одном месте, ни в одном населенном пункте, а населенные пункты могут находиться на расстоянии до 10 километров. Сколько времени, давайте спросим себя, сколько времени наш врач первичного звена может уделить уходу за пациентом. Ведь мы же прекрасно понимаем, что паллиативные пациенты требуют не 10 минут и не 15. И когда мы говорим о необходимости общения с родственниками, когда мы говорим о необходимости обучения близких мероприятиям по уходу, когда мы говорим о том, что наши пациенты требуют психологической помощи, давайте спросим себя, вот врач участковый может уделить достаточное количество внимания данным пациентам или нет? Ведь на участке, как и во многих регионах, мы имеем стареющее население в большинстве своем. И в основном это население, которое страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, население, которое страдает деменцией. И в структуре паллиативных больных онкология у нас не будет основным в списке паллиативных больных. Вот если вот эти цифры, которые я специально привела, мы понимаем, что паллиативная помощь на последнем этапе жизни необходима порядка 40-60 пациентам больным. Я посмотрела статистику Новгородской области за 2022 год, и мы сегодня можем сказать, что в нашей территории сельской местности порядка 6, до 6 тысяч пациентов нуждались в паллиативной помощи, кто умер от болезни сердечно-сосудистой системы. Это 1500 пациентов, умерших от новообразований. Это порядка 246 человек, которые страдали болезнями эндокринной системы. И давайте сейчас спросим, эти пациенты, которые умирали у нас на территории, в наших населенных удаленных пунктах, получили паллиативную помощь или нет? Вот здесь возникают очень большие вопросы. Ведь система организации помощи выездными бригадами, система организации помощи кабинетов паллиативной помощи не рассчитана на территорию удаленную. Я уже не буду говорить о том, что у нас достаточно слабая транспортная структура, чтобы пациенты могли доехать до кабинета паллиативной помощи. Вот здесь на слайде я показала треугольничками там, где располагаются кабинеты паллиативной помощи. То есть пациенты должны до этого кабинета, во-первых, добраться. Во-вторых, бригада выездной патронажной службы, если она выезжает, если в городе, да, они могут сделать, посетить 4, 5, 6 пациентов в течение, отработать в течение смены. Если у нас радиус выезда и обслуживания выездной патронажной службы до 200 километров, то мы понимаем, что бригада может доехать в населенный пункт за 200 километров один раз в день. И, естественно, встает вопрос, а будет ли бригада к данному пациенту выезжать каждый день? Нет, конечно. То есть в лучшем случае, если у нас выездная патронажная бригада на такое расстояние доедет к пациенту, то хорошо, если они привезут противопролежневые матрасы, кислородные концентраторы или хотя бы какие-то средства другие по уходу, которые можно будет выдать пациентам. Но все остальные мероприятия, связанные с уходом, обработка пролежней, обработка стом, ляжет на сотрудника участковой службы. И тот фельдшер, который должен в своем функционале выделить время для паллиативного больного,
с полной уверенностью могу сказать, что в полном объеме, так как мы с вами себе представляем организацию паллиативной помощи, сделать не сможет. Что мы имеем на сегодняшний день из основных проблем? Ну, первое, что низкая осведомленность. Практически во всех регионах сейчас имеются определенные реестры паллиативных больных. Каждый регион создает его свой. Единого реестра паллиативных больных мы на сегодняшний день не имеем, но ведь в этом нашем паллиативном реестре те пациенты, которые имеют статус паллиативного больного. То есть на сегодняшний день сказать, сколько у нас паллиативных больных находится на территории, на участках, мы не знаем. То есть мы ведем статистику только по тем пациентам, которые внесены в наши реестры. Говоря о недостатках паллиативной помощи на участке, я не знаю, как в других регионах, но могу сказать, что в нашем регионе участковая служба, участковые врачи, терапевты, педиатры и фельдшера практически в 100% не проходили обучение по паллиативной помощи. То есть мы не просто не имеем времени на участке для того, чтобы в нужном объеме оказать помощь, но и в большинстве своем участковые врачи и фельдшера просто не знают, как это делать, потому что задача 100% проучить участковую службу по паллиативу никогда не стояла. Естественно, на всех регионах, и Новгородская область не исключение, мы имеем дефицит среднего и младшего персонала на ФАПах во врачебных амбулаториях. И, естественно, этот дефицит не так быстро и не одним годом можно будет ликвидировать. И, несмотря на это, больные у нас все равно остаются. При всем дефиците, при всех моментах, которые существуют сейчас в первичке, больные никуда не деваются. И тот персонал средний, который остается работать, он остается от счастья один на один со своими проблемами. Четких каких-то понятий, как ему выходить из этой ситуации, нет. У нас, допустим, в регионе нет хосписов. Положить всех паллиативных больных на паллиативные койки, естественно, мы тоже не можем. Даже пройдя курс лечения на паллиативной койке, больной возвращается домой на свой участок к своему участковому врачу. Что лежит в основе? А в основе мы понимаем, что когда мы говорим про финансирование паллиативной помощи, мы говорим про финансирование специализированной, а финансирование первичной помощи, о которой я сейчас рассказываю, вписывается финансирование по подушевому нормативу. То есть это нет единой какой-то выделенной статьи на финансирование паллиатива на участке. Все это входит в единый подушевой норматив. Естественно, это создает свои ограничения и в организационном плане, и в материальном плане, и даже в наборе участкового врача с возможностями ухода за пациентами мы упираемся в определенные ограничения, связанные с финансами. Что на сегодняшний день можно сделать? Я понимаю, что я назвала здесь те проблемы, может быть, это красиво, не очень красиво, но тем не менее говорить, что в сельской местности пациенты получают должным образом паллиативную помощь, не получится. И мы прекрасно, говоря о том, как хорошо и прекрасно у нас организована паллиативная помощь, мы забываем, что возможности паллиативной службы в масштабе Москвы, Санкт-Петербурга, даже Великого Новгорода, в масштабе города, они отличаются от возможностей оказания паллиативной помощи в сельских районах, в удаленных районах, когда все проблемы паллиатива ложатся на первичную медико-санитарную помощь. Что можно сделать? На мой взгляд, на сегодняшний день, наверное, встал вопрос о необходимости внесения изменений в основной 543-й приказ по организации
помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе с введением отдельной штатной единицы по оказанию паллиативной помощи, чтобы эти функционал по паллиативу не ложился на врача первичного звена. Естественно, это будет требовать в том числе и финансовых затрат, и выведения финансирование первичной доврачебной и врачебной помощи в отдельную статью финансирования сверх подушевого норматива. И еще вопрос, который, наверное, на мой взгляд, имеет значение быть сейчас, который позволил бы решить проблемы, это изменение нормативов обеспечения выездными патронажными бригадами в зависимости от плотности населения. Как я уже сказала, мы упираемся в финансирование в любом варианте. И паллиативная служба, выездные бригады тоже имеют свой план. Они должны выполнить определенное количество посещений, выездов для того, чтобы получить финансирование. И понятно, что в этой финансовой отчетности выезды в удаленные районы очень плохо вписываются, потому что они не дают выполнения того необходимого норматива, по которому пройдет финансирование. Поэтому здесь должны рассматриваться разные подходы к оказанию паллиативной помощи в масштабах города и в сельской местности. Ну, наверное, это все, что я хотела сказать на сегодняшний день.